В британской столице в районе Ноттинг-Хилл прошел традиционный карнавал. В этом году он стал самым жарким в истории, на этот раз в прямом смысле. Температура в Лондоне поднялась выше 30 градусов. Но жара не испугала участников красочного шествия. Карнавал в Ноттинг-Хилле самый крупный в Европе и второй по численности в мире, после бразильского. В этом году его посетили больше миллиона человек. Лозунгом выбрали «Преодоление барьеров в обществе», что неудивительно, в процессе выхода страны из Евросоюза.